по напористее, что ли, получается, когда играет труба. Я-то помягче буду петь, наверное. Песня называется «Желтая трава». Петь такую песню, я подумала, что и вообще ощущаю на нашем творческой лаборатории, что такое какое-то тепло. Последний раз мне вот тепло так было на одном, наверное, это можно мероприятие назвать, не концерт даже. Мероприятие, которое было в Архангельске, меня пригласили поучаствовать в таком проекте, который называется «Граница, красота без границ». Это социальный проект про инвалидов. Вот. И они делают несколько этапов в своей, вот в этом мероприятии. Сначала у них есть два этапа фотосессии, когда в первый этап они фотографируются, скрывая свою инвалидность. Второй этап тогда, когда они показывают наоборот, вот вопреки всему их показывают и говорят, что это красиво все равно, что это люди очень красивые, замечательные, яркие. Вот. А третий этап, они, ну вот это потом наши там самые интересные, лучшие фотографы их снимают, делают фотовыставку, а третий это такой дефиле, когда всякие разные магазины дают им красивую одежду, они выходят там по парам, например, там мальчик, девочка выходит.
Вот, а музыка звучит. И было потрясающее такое мероприятие. Никогда такого не видела и не ожидала, что оно настолько теплое. Вот каждый из этих людей выходит, и их зрители вот все время, там, непрестанно аплодисменты. И такая вот теплота и любовь была. Вот. Ну и, в общем, я там немножко песен попела. Вот у меня такое же сейчас вот складывается такое внутри такое теплое очень состояние. Я думаю, что все не случайно, что мы здесь все вместе так и так тесно, и так близко. Вот. И, в общем, я в своей жизни пытаюсь научиться благодарению. Вот. И песня так и называется «Благодарение». Благодарение, видишь свет, благодарение, делай шаг. Открыты двери, все дороги, ветры ждут, тебя зовут. Выдох-вдох, и снова выдох-вдох, сердце ждет. Сердце и цветок, от земли до самых облаков. Выдох-вдох, лети мой лепесток, а любовь идет и не прячется, обнимает всех, не потеряется в мире суеты. Ее глаза светлые и беззащитная, ай-яй-яй-яй, ай, любовь вот и не прячется, обнимает всех, не потеряется в мире суеты. Ее глаза светлые и беззащитная, встретишь боль опять, благодарение через стекла, горечи читаешь книгу мудрости, и видишь вместе ты и я. Выдох-вдох, и снова выдох-вдох, сердце ждет, а в сердце есть цветок, от земли до самых облаков. Выдох-вдох, лети мой лепесток, а любовь идет и не прячется, обнимает всех, не потеряется в мире суеты. Ее глаза светят и беззащитная, теряется в мире суеты, ее глаза светят и беззащитная. Старую песню, помнишь? Да. Можно одну песню короткую попросить? Да. Потому что Юля спела детскую, а у Ларисы есть тоже детская Ширли Мэтт, помнишь? Слушай, ну ты это... Да. Вообще... Все, сейчас. Ну, Ширли Мэтт, если я не вспомню, то не буду. Тоже детская песня. Аккорда всего лишь. Но я не помню. Ты помнишь все слова? Нет. В общем, я не помню. Я 100 лет ее не пела. Эта песня про Ширли Мэтт. Она такая зеленая девочка, похожая.
Сейчас. Она ходила всегда под зонтиком, и даже под солнышком, и даже по вторникам. Она такая зеленая девочка, похожая на змею. Не знаю, попробую третий куплет вспомнить. Второй не помню. Что там было? Но ночь стучит, ее глаза одинокие, она не помнит злых теткиных шуточек, она всех любит, она улыбается, она поет свою песенку страшную, может, это так. Ууу, там много. Она такая зеленая девочка, похожая на змею. Зеленая девочка, зеленая, зеленая, зеленая девочка.